Я-ха-ха, тысяча чертей, я красный шарик, красный пират. О, мой капитан, возьми меня на борт. О, я скелет, я вас всех закусаю. Я спасу тебя, красавица. Гаяськи, ребята, меня зовут Флэш, и сегодня наш капитан пиратов будет спасать свою розовую подружку, йо-хо-хо. Так, ребятушки, давайте мы начнем, в общем-то, наш путь. Так, здесь мы выкинем этот камень, здесь у нас, ребят, какой-то огонек, я думаю, нам не стоит к нему подходить, и мы будем идти дальше. Будем прочищать, скажем так, дорогу для нашей подружки. Так, что тут у нас еще есть? Смотрите, здесь какие-то непонятные камни, какие-то штуки. О, так, а это мы никак не сможем уничтожить. И монетки, ребята. Пираты любят монетки. Это я точно знаю. Так, ну давайте мы их соберем. И смотрите, нам нужно сюда. Стрелочка нам явно показывает сюда. Так, а тут какая-то... Ай-яй-яй, ребята, пила. Так, с ней нужно осторожнее быть. О, монетки, монетки, монетки. Ну, шарики любят монетки. И особенно шарики-пираты, ребята, любят монетки. Так, нет, я что-то упал сюда. А, или сюда можно было упасть, да? Да, сюда можно было упасть, собрать монетки и можно подняться. Так. Давай. А ну-ка, отдать швартовые. Ну, или как там говорят моряки. Давайте-ка мы поднимемся наверх и заберем нашу подушку. О, тут, смотрите, тележка есть. Правда, я не знаю, для чего она нужна, но я точно знаю, что здесь есть монетки. И это самое главное. Так, смотрите, мы взяли 30 из 40 монеток. Давайте, не знаю, может, еще найдем где-нибудь монетки. Так. Я не знаю, для чего эта тележка нужна. Ну, пускай себе катится куда-нибудь там вниз. Падает. Ну, а мы пока за нашей розовой подружкой. Так, стоп. А, стоп, ребят, я знаю, для чего, наверное, был этот... А, нет, ладно. Не знаю, для чего была эта штуковина, но я знаю, что нам пора отправляться отсюда. Все, погнали, так, аккуратненько, не спеши, подруженька наша, не спеши. Так, давай мы тебя будем немножечко подпихивать, и все. А, стоп, нам в ту сторону, да? Да, нам в ту сторону. Тут будет сейчас стрелочка. Так. Стой, шарик. Нет, не падай, пожалуйста. Она не упала. Подружка. Фух, она не упала. А могла, ребят, могла упасть прямо в пропасть. Видите, она здесь на грани была просто. Ладно, пойдемте дальше, ребята. Точнее, покатились дальше. Уху! Так, да, ребята. И что у нас здесь? Здесь у нас все, выход где-то, да? Да, здесь выход. Вот он, ребята, вот он выход. Ура! Мы сюда добрались. Иди сюда. Уху! Отправляемся дальше, ребята. И смотрите. О, мельница. Ух ты, мельница. О, за ней сокровища спрятаны. Хе-хе-хе. Так, это наш домик, ребята. Мы опять домой попали. Это мы после очередной прогулки, после очередной охоты за сокровищ. Возвращаемся. Так, стоп, ребята. Что это? Что это такое? Что это, ребята? Это НЛО, смотрите. А что ты хочешь тут? Мы пираты честные, нам здесь НЛО не надо. А ну, уходи отсюда. Нет, ребят, отстань от шарика нашего розового. Ты что делаешь? А ну-ка, отцепись. Нет, ребята, забирают нашу девочку. Что же делать нам? Нет. Так, ладно, нужно... Ой-ой-ой, он куда-то ее увозит, смотрите. Я даже не хочу за монетами следить. Я хочу спасти нашу подружку. Смотрите, какой печальный стал наш красный шарик. Зато хоть тут монеток, конечно, много, ребята. Но что нам эти монетки, если у нас заберут нашу подружку? Нет! О, вот что мы с тобой сделаем. Мы сейчас тебя победим. Смотрите, ребята. Не успеем мы его победить. Ой, нет, забрали нашу подружку, ребята. Все, это конец уровня. Вот оно как, ребята. О, забрали нашу подруженьку. Ну ладно, тогда нам нужно немедленно отправиться на ее поиски. И что это за уровень такой? Что здесь делать нужно? Тыква какая-то есть, смотрите тут, ребята. Так, хорошо. Тыква это хорошо, конечно же. Но что у нас... О, вот еще одна летающая тарелка, ребята. Вот это да. Ты негодяйка такая.
Сейчас мы тебя победим. А ну-ка, тарелка-то летающая. Ой, откидывает нас. Будем сражаться с ней. А так, давай, давай, давай. Есть, и монетку даже забрали еще одну. Тыкву она хочет забрать у нас тут. Не заберешь ты тыкву. Это наша тыква. Хотя нет, тыква не наша, она здесь валялась просто. Но это же инопланетяне, это же наша планета, ребята. У них здесь нет ничего своего. Это все наше. Убирайся отсюда. Плохая летающая тарелка. Все, тыква тебя сюда при... О, да, ребята, тыква нам помогла достать ключик. Правда, я не знаю, что. Это ключик от сокровищ, ребята, я точно знаю. Да-да-да, от сокровищ. Так, вот, ребята, это ключ к сокровищнице. Открывайся, и что там у нас будет? Так, тут какие-то штуковины. Вот, монетки. О, ой, мега-прыжок. О, смотрите, а тут еще тарелочка летающая. Ой, ой, ой. Так, тут все стеклянное, ребята, все разбивается, все бьется так быстро. Ну ладно, давайте вот это все заберем. Так, все тут стеклянное такое хрупкое. И тут еще, блин, гады эти летают инопланетные. Давай, давай, шарик, поднимайся. Так, есть. Ой, 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 куда это мы упали? Оу, потайной ход, ребята. Хе-хе, я люблю потайные ходы. А, нет, прикпило нас, нет, ребята. А еще, ребята, смотрите, как мы можем эту летающую тарелку уничтожать с помощью бомбочек. Вот так вот, сюда их ставить, и будем ее взрывать. Вот так вот. Хе-хе, видите, как забавно. Как его еще можно взрывать? Вот так вот. Так, ребята, а тут смотрите, за вот этими всеми ловушками скрытыми, здесь потайные какие-то штуковины, потайные входы и все такое. Так, и это превосходно, ребята. А, нет, опять мы попались в эти ловушки, нет. Ну и ладно, ребята, смотрите, здесь тоже какие-то инопланетяне постоянно летают. И смотрите, с колючками какая-то тарелка инопланетная. Ну что ж, ладно, я думаю, ребята, нам уже пора отправляться в следующий, йо-хо-хо, уровень. Так, и посмотрим, что здесь. Так, ну все, ребят, мы здесь вообще в каком-то космосе, посмотрите. Здесь что-то все вертится, крутится, непонятные какие-то штуки. Ой-ой-ой, уровень очень запутанный, ребята, и непонятный. Ой, тут все-таки какие-то одноразовые штуки-дрюки. Да, 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 да. Ну, нам тут предстоит, ребята, очень много всего делать, поэтому вы обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, будем вместе с вами следить за приключениями красного шарика. Адиос, амигос.